Здравствуйте, уважаемые зрители, гости, участники медиасаммита. Я и мой коллега Кирилл Тихонов снова вернулись в режим реального времени в программу FIFU TV для того, чтобы пообщаться с, прошу заметить, уникальными гостями, журналистами, блогерами, фотографами и вообще всеми представителями масс-медиа Приморского края и Дальнего Востока. И не только этих регионов, потому что сейчас у нас в студии оказался гость Александр Чебан, тревел-блогер и авиационный фотограф из Киева. Да, Александр, расскажите, пожалуйста, что так далеко привело вас к нам во Владивосток? А почему далеко? По-моему, сейчас медиакоммуникации не очень сокращают расстояние. Очень развит рынок медийный, рынок блогов, рынок информации, он очень сокращает расстояние. Ну, несмотря на это, ведь говорят, что все какие-то нововведения до нас все-таки доходят позже. Есть такая тенденция. Абсолютный стереотип. Угу. Доходят позже до тех, кто их долго ждет. Угу. Ко всем остальным они приходят быстро. Надо просто уметь ловить. Надо быть проактивным. А что же вы ловите у нас на нашем медиасаммите? Расскажите. Я буду представлять несколько кейсов сотрудничества travel-богосферы с travel-агентствами, с авиакомпаниями, с зарубежными партнерами. То есть мой медийный фокус в данный момент – это ориентация на международный рынок. И хотел бы представить эти кейсы, может быть, зажечь, вдохновить кого-то, поделиться опытом, обменяться опытом. Вы представляете как раз вот этих вот потенциальных партнеров, да, авиационных компаний? Я представлю свои кейсы, представлю кейсы своих коллег. То есть хотел бы немножечко рассказать, что происходит в мире, как развивается благосфера, информационная сфера в мире. Можно задам вопрос? Вот мне, да, как девушке, очень интересно понять, что такое авиационный фотограф. То есть вы заказываете вертолет, да, то есть платите за его аренду, туда садитесь и фотографируете, правильно? То есть немножко не так. Вот как, да. Вот просто очень интересно. Я начал вести блог о путешествиях, но путешествие — это авиация, путешествие — это самолеты, поэтому, наверное, сейчас половина контента в моем блоге и моих каналах в социальных сетях занимают авиафотографии. Ага. Это контакты с авиакомпаниями, это обзор бизнес-ланжей. Но кроме этого, это еще такие вещи, которые не расскажут, не увидит обычный пассажир. То есть, допустим, все мы с вами летаем, но когда мы чуть больше начинаем интересоваться авиацией, самолетами, самолетостроением, вот тут вот вступаю я со своим контентом, со своим интересом, рассказываю, как строят самолеты, как делают самолеты, как тренируют стюардесс, как производят бортовое питание. Такие вещи, которые на первый взгляд остаются за кадром для всех обычных пассажиров, на самом деле очень интересно. А в каком формате? Это текстовый формат, какие-то лонгриды, визуализация, фотографии? Или все-таки личные встречи, мастер-классы? Это лонгриды. То есть я ориентирован на обстоятельный, на серьезный репортаж, это все-таки лонгрид. Конечно, сейчас медиасфера очень, медиаплощадки очень разные, каждая площадка предполагает свой формат. Если это Инстаграм или Одноклассники, Контакт, Фейсбук, может быть, все сужаться до одной фотографии текста, но с более высокой частотой. Но в принципе мой основной формат — это лонгрид. О чем вы сегодня будете рассказывать на медиасаммите? В частности, вот об этой своей деятельности, верно? Да, я расскажу о путешествиях, о современном состоянии благосферы в этом ключе, о том, что будет дальше, какие прогнозы строятся западными аналитиками, куда движется сейчас Россия, в чем мы сейчас превосходим, может быть, западный рынок. На самом деле нельзя говорить о том, что все доходит до нас там через спустя какое-то время. То есть вы такой своеобразный конвергентный журналист, у вас то смешно и экономика, и туризм, и в принципе все направления, верно я понимаю? Я это все свожу в одну сферу, в путешествия, так или иначе. Но сейчас невозможно работать в каком-то одном ключе. Настолько много это информации, понятно. Ее надо объединять. А вот о тех тенденциях, о которых вы упомянули, для тех, кто не сможет присутствовать на мастер-классе, буквально вот в паре слов описать ситуацию, как она сейчас выглядит. Могли бы Очень много людей ведет блог, ведет его для себя, ведет что-то такое закрытое, камерное, но смотрит travel-фотографов, блогеров, мечтает выйти на какой-то другой уровень. Ну вот боится сделать первый шаг. Вот, наверное, мой вдохновляющий момент – это не бояться быть активным, контактировать с авиакомпаниями, с отелями, с какими-то мероприятиями, ивентами, контактировать с организаторами, писать в пресс-службу, предлагать свои услуги. Вначале, да, это человек начинающий, но вначале он может предложить бартер, хорошую фотографию взамен на какой-то опыт. И вот, накапливая такое портфолио, дальше можно выйти на реальный бизнес и на хорошие заказы. Ну,
все начинается с очень маленьких вещей. Поэтому вот человек, который не присутствует, я всегда говорю, надо стараться выходить немножечко из своей закрытой ауры и быть активным. Вот вы уже немного дали ответ на мой вопрос, но все-таки хочется, чтобы этот ответ был более конкретный. Сегодня тревел-журналистов очень много. Все мы знаем программу «Орел и Решка», также огромное количество других тревел-журналистов. И они составляют друг другу такую весомую конкуренцию. Так вот, каким образом эту конкуренцию обойти, чтобы действительно стать сегодня востребованным тревел-журналистом на рынке журналистики? Я скажу так, что конкуренция была и будет всегда, и она есть в любой сфере. С одной стороны, мы насыщаемся информацией, насыщаемся этим потоком фотографий, travel, видеоконтента и так далее. Кажется, все уже везде были, все отсняли, простые вещи уже никого не интересуют. Поэтому совет первый – это искать нестандартные места, нестандартные локации, нестандартные предложения, контактировать с организаторами, с местными туристическими департаментами, искать пути, заходить туда, куда не пускают обычного туриста. Такой контент, конечно, будет ранжироваться выше. А второй момент – это знать английский язык и выходить на международный рынок. Дальше, работая на свой локальный рынок на русском языке, но транслируя контент, который получен из зарубежных источников или работая с зарубежными источниками. А вот интересно, контент, да, который специфически оригинальный, да, который побывать там, куда не пускают обычного туриста, а какой это тогда имеет спрос, если турист знает, что он там побывать не сможет? Отличный пример. Я занимаюсь также, работаю в проектах по брендингу территорий, по промотированию направлений туризма в разных регионах России. Был вовлечен в много интересных проектов. Знаете, человеку его важно заинтересовать. К примеру, пример Якутия. Да, человек, может быть, никогда в жизни не поедет в минус 50 в отдаленную деревню, в отдаленный улус и никогда не поживет с оленеводами, никогда не увидит традиционный промысел оленеводов, но его заинтересует этот репортаж. Когда он прочитает этот репортаж, он начнет вводить в Google Якутия, как долететь, как поехать, и он увидит те вещи, которые простые и доступны в Якутске, в столице. Он приезжает туда, и он получает обычный какой-то туристический набор, но для него это огромная экзотика. Но что было первично? Он почитал репортаж какой-то интересный. Понятно, это поэтому здорово. Только вот как вторым шагом. То есть, это не реклама. Возбуждать интерес можно, конечно, показывая не только то, что, собственно, будет продаваться. Конечно, конечно. Да, процент, процент попадет. Туда. А вы сотрудничаете с СМИ? Может, какие-то заказы у вас от средств? Что это пикает? Ну, я также и фриланс-журналист, поэтому, конечно, я работаю с видеоколонками в разных изданиях и так далее. То есть, это скорее эпизодическое и не основное сотрудничество. То есть, основной мой фокус – это мой блог и мои социальные каналы. Во сколько сегодня состоится ваш мастер-класс? Информация для наших зрителей. Мы напоминаем, что мы транслируем нашу программу в прямом эфире, поэтому все сейчас могут услышать информацию о вашей встрече. Прекрасно. С 14.30, по-моему, до 16.30 приходите в секцию медиа и сотрудничество с Богосферой. Что ж, огромное вам спасибо. Это действительно новое слово в журналистике, и в прошлом году не было заявлено таких участников, а это еще раз подтверждает о том, что в этом году медиасаммит действительно уникален. Огромное вам спасибо. Спасибо большое. Успехов спасибо. Вам. Всего доброго. Спасибо. Потом отправим. Ну, до свидания. Без личку, не забудьте. Успехов вам. Всего доброго. Спасибо большое. Пока. У него тут...